всем, с вами Вероника из Америки. Город Провиден, штат Род-Айленд. Сейчас я зайду в одну интересную галерею. Меня пригласили на gallery opening night. И сейчас я вам покажу интересные картины, которые нарисовала наша Лариса. Так что пойдемте вместе со мной в галерею. Сейчас я вам покажу. За мной вот там сзади ее две работы. Сейчас еще пойдем покажу. Вот она, я уже узнаю ее стиль. Вот за мной еще одна работа. И здесь вот туфельки, симпатичная работа. Посмотрите. Вернее, не туфельки, посмотрите, какая симпатичная. Это уже ее. Стоит, разговаривает сзади, подает платье, в синем платье, это она стоит. Когда я сюда приехала, тебе было... Замужем, с женихом. Это тебе было лет 20, наверное, да? Денег. Тебе было лет 20? 20. Рисковая. Я хотя бы приехала, у меня хотя бы муж на Мартас Виньерд сидел, ждал. Ну, в смысле, будущий муж. Ну, знаешь, по визе, ты же понимаешь, как это все происходит. Приехала, тебе дают 3 месяца. Ты или замуж выходишь быстренько, или ты... Ба-бай! Ну, я быстренько вышла замуж, естественно. А это твой муж, да? Ну, ты недавно вышла замуж. 4 года назад. И ты все эти 20 лет вот это вот сама? Не сама, я же вышла замуж. А? 6 месяцев спустя. То есть у меня виза уже expired, потом продлила. Через месяц, 6 месяцев я замуж вышла. Потом мы 14 лет жили. Ага. Детей народили. Народили детей. Ну правильно, как положено все. Вот такая история. Она приехала сюда 20 лет назад. 30 баксов. А откуда ты приехала? Ташкент. Ты не похожа на ташкентскую даму. Вообще не похожа. Как ты туда, как тебя занесло в Ташкент? Покажи. We speak Chinese. Ну говори. Мой папа был офицером. Офицером? Мой папа тоже был офицером. Офицером. Так оказалось. И что? И как ты решила? Помотала тебя по всем этим, как их называют? Гарнизоном? Кыргызстаном, Пакистаном. Ну что ты сюда решила сама вдруг? Раз, все бросила, решила сама. Как так? Ну надо было, потому что там уже все распадалось. Подожди. Русские гонения, А папа остался, а ты решила... Папа у меня, кстати, тоже в России. Папа в России, а ты решила... А я уж... Не, я сначала дернула, потом папа с мамой в Россию уехала. Ага. Какое такое здесь угощение. Морковка, сироп, желтые чулки. That's why I'm my favorite instrument. Hey. Вот ее дочь, ее сын, ее второй сын и степ-дора. Степ-дора – это падчерица. Это же работа. 1300. Это ее сын в розовой кофточке, в розовой рубашечке. Работа, вон за ней работа. Интересно, что она такая многослойчатая. Я сейчас подойду поближе, на этой картине несколько слоев. Mm-hmm.
Не газированная, да. Спартан. Spectacularly beautiful. Thank you so much. Enjoy. Вот я вышла. Здесь небольшой цветочный магазин, и какие-то цветы красивые за окном. В общем, надеюсь, вам было интересно, что вы поняли. Идея такая, что она приехала сюда, когда ей было где-то 22-23 года, приехала на 20 лет назад в эту страну. Говорит, что в кармане у нее было всего лишь $30. Получается, что ее родители остались там, в Ташкенте, они были русские. И я говорю, а почему ты уехала? Она говорит, потому что начались вот эти гонения на русских тогда. И это было 20 лет назад. Но ее родители сюда приехали лет 7 назад. Так что ее отец и мама здесь сейчас. Ну, в общем, она вышла замуж, у нее хороший, приятный муж. Я немножечко засняла его. Он работает в докторском офисе, в, по-моему, physical therapist. Вот, двое детей, по-моему, два мальчика от предыдущего брака. В общем, она когда приехала, она вышла замуж в течение буквально 6 месяцев. И получается, что у нее два сына. Прожили они лет 10-12, по-моему, потом она развелась, как это обычно бывает. И вот сейчас она совсем недавно вышла замуж снова. Муж приятный очень, такая улыбка у него приятная, в общем, приятный человек. Так что вот так вот судьба мигрантки. Так что, девчонки, кто хочет, не стесняйтесь, пробивайтесь, добивайтесь своего. И там у меня еще есть несколько писем, пришло. Поступила, я зачитаю, наверное, уже в следующем видео. Ну, в общем, всем всего хорошего. Пока-пока. Надеюсь, вам было интересно. И оставайтесь со мной на связи. Пишите, подписывайтесь на канал. Пока!